Вы знаете, я примерно так и думал, что Навальному заменят срок реальный. Вот его сначала пуганули на ровном месте, да, а потом заменили срок на условный и держат тем самым на коротком поводке, потому что можно тут же завести там какое-нибудь второе дело, или пока он находится на условном сроке, что-нибудь нарушил и сел реально. Вот все, что в этом смысле творится в сегодняшней России, мне очень неприятно. Мне бы хотелось жить совершенно в другой стране, в которой судьи выбираются, прокуроры выбираются, значит, местный шериф, начальник полиции выбирается. Возможно, для этого придется сделать из России не федерацию, а конфедерацию, да? Если бы это помогло, я был бы только за.